необходимо подкрепление. Сей невинный младенчик лишил меня всех владений, кроме моего собственного графства, и решительно пренебрег моими просьбами о перемирии. Мои основные силы давно отправились к вам на помощь. Задержите его до моего прибытия. Я сам перережу ему глотку. Часть моей армии неподалеку от вас. Я прикажу им присоединиться к вашей пирушке. Новый замок змеи расположен напротив старого, в той же долине. Мы уже заняли старый замок. Отстройте его и осадите последнее прибежище змеи, чтобы покончить с ним. Если вам это удастся, немедленно отступайте, так как у нас не хватит людей, чтобы противостоять всей армии волка. Чтобы построить осадное орудие, вам понадобятся инженеры. Ждем ваших приказов. Не хватает рекрутов, сэр. Хватает оружия, сэр. Лучники готовы. Мы уже в пути. Это нельзя здесь разместить, милорд. Нет свободных людей для этой работы. 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 Запасы провизии убывают, мой лорд. Наш золотой запас стабилен.
Черное золото. Послание от кабана. Я пришел убить тебя. Не хватает золота. Идем в ваших приказах. Внимание! Уже идем. Нас атакуют войска кабана! Вашим услугам. Прыгай! Бегом! Не хватает рекрутов, сэр. Мы пехота! Не хватает рекрутов, сэр. Ваших не хватает оружия, сэр. Небольшой отряд кабана приближается к замку. Милорд, мы идем. Какие будут указания? Нас атакуют войска кабана! Милорд, туда не попасть! Мы уже в пути! Уже идем! Идем в ваших приказах! Идем в ваших приказах!
Запасы золота слишком малы, сэр. Идем ваших приказов. А вам понадобилась сила? Шевеление, собаки! Нужно дерево. Внимание! Можете рассчитывать на нас. Послание от кабана. Корм для свиней. И мои воины переломают тебя в кости. Свободных людей для этой работы. А? Лучники готовы. Мы идем. Внимание! Идем в ваших приказах. Внимание! Можете рассчитывать на нас. Сэр! Мой лук к вашим услугам. Мы уже в пути. Внимание! В деревнях говорят, что видели отряд кабана в этих краях. Идем в ваших приказах. А? Бегом! Можете рассчитывать на нас. Уже идем. Не хватает рекрутов, сэр. Оружие на плечо! Нас атакуют войска кабана! Внимание! Можете рассчитывать на нас. Не хватает рекрутов, сэр. Не хватает рекрутов, сэр. Идем в ваших приказах. Куда пойдем? Шагом! Марш! Не хватает рекрутов, сэр. Люди восхищаются вами, сэр. Внимание! Не хватает оружия, сэр. Не хватает рекрутов, сэр. Готов, сэр! Вперед! Милорд, мы идем! Да, бур!
Не хватает рекрутов, сэр. Не хватает рекрутов, сэр. Можете рассчитывать. Не хватает рекрутов, сэр. Не хватает рекрутов, сэр. Можете рассчитывать. Ждем ваших приказов. Какие будут указания? Выступаем. Внимание! Можете рассчитывать на нас. Небольшой отряд кабана приближается к замку. Ждем ваших приказов. Ждем ваших приказов. Мы уже в пути. Амбар полон, милорд. Встать в строй. Бегом. Запасы золота неуклонно растут. Нас атакуют войска кабана! Всегда готовы. Есть наша светлость. Да? Шагом марш! Лучники готовы. Милорд, туда не попасть. Ждем ваших приказов. Внимание! Долгая дорога. Ждем ваших приказов. Нужно дерево. Нужно дерево. В деревнях говорят, что видели отряд кабана в этих краях. Внимание! Ждем ваших приказов. Мы пехота! Вперед! Нас атакуют войска кабана! Да, ваше милость. Не хватает рекрутов, сэр.
хватает оружия, сэр. Ждем ваших ребят. Не хватает рекрутов, сэр. Драбу! Чего изволь? Бегом! Мой лук вашим услугам. Да, ваша милость. Не хватает рекрутов, сэр. Внимание! Небольшой отряд кабана приближается к дому. Внимание! Ждем ваших приказов. Вам понадобилась сила? Уже идем. Милорд, нас атакуют войска кабана. Шагом. Да, ваша милость. Не хватает рекрутов, сэр. Восхищается вами, сэр. Внимание! Драбу! Ждем ваших приказов. Не хватает рекрутов, сэр. Внимание! Драбу! Не хватает рекрутов, сэр. Не хватает рекрутов, сэр. В деревнях говорят, что видели отряд кабана в этих краях. Волки нападают! Драбу! Вперед! Да, ваша милость. Не хватает рекрутов, сэр. Давайте задание. Нас атакуют войска кабана! Строим осадное орудие. Строим осадное орудие. Это нельзя здесь разместить, милорд. Строим осадное орудие. 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 Это нельзя здесь разместить, милорд. Строим осадное орудие. Не хватает оружия, не хватает оружия. Ждем ваших приказов. Да! Не хватает оружия, сэр. Ждем ваших приказов. Драбу! Не хватает оружия, сэр. Внимание! Thank you.
Небольшой отряд кабана приближается к дому. Идем в ваших приказах. Какие будут указания? Перемещаем щит. Внимание! Дабу! Нас атакуют войска кабана! Идем в ваших приказах. Мы идем. Мы пехота! Чего вам понадобилась сила? Давай, давай! Щит готов? Да? Долгая дорога. Да? Щит готов. Солидное расстояние. Волки нападают, Милос! Лучники готовы. Щит готов. Мой лук вашим изнутри. Мы пехота! Я не, даже не пойму, что это было. Вы мне говорили, что видели отряд кабана в этом районе. Это близится к моя. Щит готов. Перемещаем. Кто ты такой, чтобы бросать мне в и оспаривать мое право на эти земли. Нас атакуют войска кабана. Щит готов. Какие будут указания? Вам понадобилось покойники. Вы собираете своих людей и спешно отступаете, чтобы избежать пасти волка.
вот кабан обращается к населению только что захваченного им графства. Эти земли теперь мои, и вы будете делать то, что я захочу. А начнем мы с налогов. Мы вместе с королем сегодня же отплываем и рассчитываем вскоре вернуться домой. Ваши непрерывные атаки служат неплохим отвлекающим фактором. Мы же постараемся прибыть вам на помощь как можно скорее. Волк следует за вами по пятам, и вы решаете разъединить ваших врагов, заняв одно из кабаньих графств. Кабан известен тем, что привык задействовать многочисленные войска и не терпит поражений. Вас явно превосходят в силе, поэтому вам остается лишь умело использовать рельеф местности. Разведчики докладывают, что чуть дальше в горном ущелье расположен форт. Если вам удастся закрепиться там с гарнизоном, кабану, возможно, придется брать форт штурмом. Наши таинственные друзья прислали новые чертежи, на этот раз мощной башенной баллисты. Против осадных орудий кабана она будет незаменима. Небольшой отряд кабана приближается к замку. Да? Долгая дорога. Лучники готовы. Долгая дорога. Мой лук к вашим услугам. Как мы туда попадем? Ждем ваших приказов. Не хватает оружия, сэр. Не хватает оружия. Не хватает рекрутов, сэр. Не хватает рекрутов, сэр. Милорд? Долгая дорога. Можете рассчитывать на нас. Да, вот. Не хватает рекрутов, сэр. Можете рассчитывать на нас. Послание от кабана. Убить тебя. Эх, далеко идти. Это нельзя здесь разместить, милорд. Нас атакуют войска кабана! Что нам делать? Мы уже идем! Выступаем! Это не так просто! Можете рассчитывать на нас. Yeah.
хватает оружия, сэр. Не хватает рекрутов, сэр. Замок крепко держался. Нет свободных людей для этой работы. Хватает оружия, сэр. Да, босс! Какие будут указания? Долгая дорога. Нужен камень. Выдвигаемся. Нужен камень. Разведчики докладывают, что к нам движется армия кабана. Не хватает золота. Не хватает золота. Люди, восхищаются наш вами, золотой сэр. Запас стабилен. Аналоги-то великоваты, милорд. Мы пехота! Не хватает золота.
Нас атакуют войска кабана! Нужен камень. Они даже не поймут, что это было. Ждем ваших приказ. Давай, давай! Таран разрушает наши ворота! Люди восхищаются вами, сэр. Внимание! Враги не выдержали нашего натиска! Мы выдвигаемся! Не хватает оружия, сэр. Да? Мы выдвигаемся. Мы пехота. Что? Столько идти? Нужно дерево. Не хватает золота. Внимание! Не хватает оружия, сэр. Ждем ваших приказов. Внимание! Чего изволь? Мы выдвигаемся. Мой лук к вашим услугам. Милорд. Шагом марш.
разведчики докладывают, что к нам движется армия кабана. Что? Столько идти? Какие будут указания? Долгая дорога. Люди восхищаются вами, сэр. Ждем ваших приказов. Оружие на плечо. Мы выдвигаем. Нас атакуют войска кабана. Ждем ваших приказов. Вперед. Не хватает оружия, сэр. Готов, сэр. Мы выбегаем, сэр. Это нельзя здесь разместить, милорд. Хватает оружия, сэр. Не хватает золота. Чего изволь? Что? Столько идти? Мы выдвигаемся. Не хватает оружия, сэр. Строй. Мы выдвигаемся. Послание от кабана. Ты корм для свиней. И мои воины переломают тебе все кости. Собаки! Нас атакуют войска кабана! Это нельзя здесь разместить, милорд. Не хватает дерева, милорд. Ой, 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 ой,
Не хватает оружия, не хватает рекрутов, сэр. Дама крепко держала. Не хватает рекрутов, сэр. Не хватает оружия, сэр. Вам понадобилась сила? Что? Столько идти? Что? Мы выдвигаемся. Послание от кабана. Ты помешал мне? Ты заплатишь за это, за... Победа! Вы в тупике. Атака кабана отбита, и его графство захвачено. Но волк по-прежнему наступает вам на пятки и занял графство, ранее принадлежавшее змее.